Здравствуй, дружок. Сегодня я расскажу тебе очень смешную и добрую сказку. Жил-был на свете огурец-молодец. Передвигался он в банке из-под хрена. Пошел как-то огурец по базару, товару всякого поискать. А на базаре яблоко стоит. И во все горло кричит: «Яблоки! Яблоки! Покупайте яблоки!» Подошел к нему огурец, попробовал оно яблоко и плюнул. Тьфу, как невкусно! «Попробуй другое», — сказала ему яблоко. Попробовал огурец второе яблоко и тоже плюнул. «Фу, они как будто бы фаршированы гнилью». И тогда попробовал огурец третье яблоко и плюнул прямо на продавца. «Тьфу на тебя, продавец себе подобных».